Ладушки, а мы начнем. Собственно, я еще хочу сказать о том, что я почитал, кто такой Чет Фалисек. Ну, конкретнее, что он там делал. Это, оказывается, сценарист Valve. И он был где-то с эпизода первого Half-Life, эпизод первый. Собственно, практически до недавнего времени существовал в компании Valve, а потом основал вот эту вот Stray Bombay и решил сделать свою версию Left 4 Dead. Типа, как это называли в отзывах к игре Left 4 Diversity. Вот как-то так. Ладушки, давай тогда четвертый эпизод. Все, кто смотрит, вы знаете, что делать. Да, да. А у меня вопрос к тебе. На Лэнса золотой костюм не открыли? А, нет, мне красненький открылся. Ну-ка, я сейчас гляну, секунду. Мне просто даже интересно. Лэнс. Нет, мне не открыли. Тоже странно. А почему у меня в достижениях золотой костюм нарисован? За комплит третий эпизод. Ну ладно. Видимо, какая-то лажа. Потому что за комплект второго эпизода мне дали вот этот костюм как раз-таки. Угу. Люси или какой там. А за комплект третий эпизод золотой костюм. Пастыря какого-то. Я даже не знаю, как его назвать. У тебя тоже, по идее, должен был быть. Ну, странно. Потому что вот эти все костюмы, которые... Да, да, ну, да, да, есть такое. Есть. Это все, вот, как я понимаю, дается, потому что очки дали, зеленый костюм дали, все, что вот выполнили. Ну, что-то не случилось, да? Да. Можно еще сегодня. Да, можно будет потом сыграть в эту комьюнити карту, чтобы так сказать, полностью закрыть все это дело. Ну что, давай поиграем все-таки в четвертый эпизод. Да. Мы же третий сейчас прошли, правильно? Да, эпизод четвертый. Новая надежда. Да-да-да. Новая надежда, правильно? Так, party settings. Так, это не то. Это максимально правильно характеризует наши ожидания, да? Эпизод 4. Так. Edit party. Нет, это не то. Сейчас, подожди. Party settings. Эхо мухо. Тут еще, конечно, такой немножко этот. А, мы уже на максимальной сложности играем. Ну, поехали. Да. Да, погнали. Погнали. So, a hard shutdown. Yeah. We're going to damage the propulsion system, rendering it useless. Wait. That's what we're doing? That sounds bad. Well, it is. But it's the only way to be sure. But, after we're done, the Earth's safe, right? Okay. Then I'm good with that. But after, if we're stuck here, we need to find better food to eat. А ты у меня видишь оружие? Оно розовое? Let's go finish this one first. Ладно, еще ты в трусах. Да? Ты увидел? Ты можешь мне заглянуть? Прыгни на чарджер. Да ёпрасы ты. Блин, извращенцы, я когда... Ну, блин, хватит дергать. Ну просто интересно. Это чисто технический интерес, ничего больше. Да, насколько модели проработаны. А когда присаживаю, платье подгибается? Когда присаживаюсь? Да, оно немножко так гибается. Ну, правда, конечно, оно такое странное, то есть недоработана вот эта физика. Понятно. То есть из разряда, ну, как бы, выглядит прикольно, просто, да. Но...
Но, блин, вдруг разработчики извращенцы, надо же проверить все-таки в конце концов. Да. Учитывая такое количество флагов, может быть там совсем не то, что ожидаешь увидеть. Nessa, you got me. Знаешь, это как проехать в Таиланд. Познакомиться с девушкой. Кажется, не то, чего ожидаешь. Это, кстати, хорошее, хорошее. Ну, я не удивлюсь в этой игре такому. Weapon here. Да как у меня товарищ тоже вот недавно только приехал с отпуска с Таиланда. Careful. Подошел к девушке, и она это самое мужским голосом разговаривала. Она такая: Степан! Степан! Такая, говорит, 1000 бат. Он такой: ну нахер, она такая за руку его схватила, говорит: 100 бат. Yeah, I gotta admit, I was getting used to the ship being on fire. Not sure I want to go on one now that isn't burning. Я вот реально что-то не понимаю. Мне одни и те же эти самые уровни. Да, да. Как-то... Мы же уже здесь были, это точно. Да. Конечно, что-то меняется, но тем не менее... Ну, поменялось то, что свет выключили. Ну, немножко разрушение какое-то, но... Здесь... Блин, а здесь готов? Видимые стены. Ты видишь что-нибудь здесь? Вижу. Невидимые стены, да. Well, at least the bridge is still up. There was a weapon here. The pulse. Okay. Да я знаю, что у меня есть импульс. Ты сама используй этот импульс. Here. Everyone, I'm out of compiler. Oh, хорошо, я допустил гадость. Turret. Gooper. 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 I'm good. The pulse. What is that? Come on, baby. That got me. Watch out for goo. Yon, behind you. Гайен убит, неизвестно, что. Кто, кто? Ну, у меня написано, что Гайен убил, неизвестно. Какого-то неизвестно. Угу. О, я получил автоаим, ништяк. Это полезное улучшение. Брут! Брут! Законсолил себе немножко игру. Go! Hit your pulse! Where is it? There's a brute! Go back! Did you hit me? Turret! Watch out! Get him quick! Get these Spawner! Quick! Lance, what is it, man? Что-то больно. Они у них еще такие эти, как его. Крики. Умер. А, нет. Боннер! О боже мой, он умер. Charger here. Shoot the turret! Сколько, блин, тут ты бежишь, а? Hit the pulse. Ай, ай. Shoot the turret! Боннер! Блин, и так темно, и еще экран темнеет, когда там зажигается этот дебил. Вот это самое. Help! First aid here. Behind you! Grabber!
Robber has me. Меня схватили. I'm down. Help, I'm down. Careful, Flasher. No, you are not staying down. We need you. Там хилка есть. Мне не нужна, у меня есть. Если тебе надо, забирай. Да у меня тоже есть. Мне это девочка подключила. This is blocked. We'll need to head in through here. Watch over me, please. I'm healing. Блин, анимация такая странная. Ты вот бежишь, да. Она и в обычном состоянии, да, Лю, такая бегает. А тут как будто, знаешь, как будто какой-то мультик. Да. Ну, то есть вроде как выглядит как человек-человек, ну типа намеком на реалистичность, на вот этот сериал. А анимации такие, как будто, ну, не знаю, как будто вручную делали, что-то не доделали. Такое, знаешь, вся игра из разряда вот этой зловещей долины. Типа. Вроде все, что надо, но нюансы. Throw grenade! Koopa, Groot! Healing! Grabber! Help! I'm grabbed! Find you, Lasher! Даже тебя там унесло, то, а? Down! Ой, блядь! Она разбилась! Grabber! Я нечаянно вниз прыгнул. Thanks. Не понял, что вообще происходит. Help, I'm grabbed. Turret, watch out for the turret. Come on, come on, come on. Oops. There's a matter compiler. Turret, this'll hold you over. You can't get out. Shooting at me. Блин, дурында, ты зачем по мне стреляешь? Я ее поднимаю, а она через меня стреляет. Турели генератор. Брут! Come on, come on, Brute! Come on, Root! Get the turret! Matter compiler! Hit it! Spawner! Come quick! Spawner! Come on, man. That one's dead! What the fuck, what? Spawner. I've grown to hate doors. I hate you, door. No, I'm sorry, door. It's not your fault. Мы сейчас идем, открываем двери, чтобы каскадный резонанс устроить. Это что-то напоминает прям Half-Life какой-то. This is gonna be a pressurized lock. Anyone need a weapon? Надо ученых подтолкнуть. Watch out for goo! Got it. Leon, keeping score. I'm down. Up on your feet. Turret, there's a brute. Brute. Oh yeah. Spawner. Spawn grabber. Да ты гранату кинула, охренеть просто. Spawner. That's spawner. Shield out. Come on, up on your feet. Гупер, Гупер! Behind you! Лаги начались. Лаги начались. Grabber. Ну? А мне патроны, все. Гупер!
А я знаю, что у меня есть пульс. Что ты мне подсказываешь? Это там присоединился. Да. Got a shield down. No, you are not staying down. Come on, let's get you up. Shoot someone else. Stand still and Dr. Lance will fix what's ailing. Your pull! Watch out! Look out for the goon! Spawner! That one's dead. Grab her! Thank you for bringing me back. Grab her, завис. Мы его отвесили. Куда идти? And a grenade here. Charger. Ammo here. О, наконец патроны. Патроны нужны. Блин, все время хочется shift зажать, чтобы убежать, хотя они так бегают. Да. Чувак отсоединился. Да. Так, тебя подлечить не надо? Не, нормально. Hit your pulse. А, понятно. Здесь, короче, тоннели такие, эти лифты, в которые надо прыгать. Ю. Все, я внизу. Charger. Now I can get my weapons charged up. Понял. Сейчас. Это оружие было. Ого. Thank you. Плазменная винтовка, бластер, тяжелая плазменная винтовка. И я свою розовую не буду менять. Винишка. Что-то как-то темно, как будто где-то этот сплэшер weapons here. Светит. Mm-hmm. Это, наверное, да? Uh-huh. А, они оба наверх и вниз. Они и туда, понятно. Ага, тут. I think this is where they grow my medicine. Типа они здесь выращивают медицин. Я нашел оранжерею. Splasher! Гренейд! О, кто-то нам все равно присоединился. Псилон. Сейчас мы псилона подлечим. Ага. Хотя я лучше тебя подлечу. Так, как мне тебя подлечить? Так. О. Ага. Спасибо. Everyone, a matter compiler! Hit the pulse. Sorry, if I got in the way. There's a matter compiler! One time, come on! Сейчас будет отходим немножечко. Charger here! Shield out! Get into my shield. Oh, no. Brute! Hey. Это граната странная. Лэнс, please.
где наши апсилоны и прочие хрени? There's a matter compiler. Лу. О, хороший выбор. There's a matter compiler. О, я вот это возьму, отлично. Так, по идее, мне должно быть две турели теперь, но у меня всего одна. Видимо, надо еще раз подобрать будет. Что-то потерялся, что ли? Ладно. Так, у тебя что-то здоровье. Отлично. Да ладно, первый раз, что ли, да? Гупер! Огненная жижа, понятно. О, сканер здоровья, отлично. Scanning. Hope no one minds. I'm gonna use this on me. Whoa, this isn't some kind of sanitation tube, is it? Hey, I got one. О. Brute, look out for the goo. Gooper! Hey, watch out, grenade. Setting up the turret. Your pulse. Drone grenade. Lance, you really suck with that gun. Она сказала, you suck gun. You really suck with that gun. Ага. Где нахер? Даже это оружие мне нравится, я его буду сосать. О, куча оружия. Ну все, все стандартно. Где эти два чебурека? Че, потерялись, да? Оу. Походу. What are we doing with this patch? Че, бот за собой прихватил. Ага. Осторожно, не стреляй по этим шарикам. Хотя. Если мы откиснем, я побежал от этих шариков. До свидания. А это я. Это я. Виноват. Hey, I'm down. Young lady, you be careful. Look out for the goo! И достанете. Гупер! Вали от меня, шарик. I'll get you up, but watch my back. Где, где тут еще шарик дальше? О, спасибо. Ну ничего, сейчас откиснут. О, они сейчас там откиснут, да, и все, и мы их тут сюда подцепим. Ой, внутри пустая зона. Или там внизу что-то. О. Подлечусь. Hang on, I'm making myself pretty. But prettier, really. I'm already very pretty. Pretty, pretty, pretty. Down there. Сюда. Вниз. Все, он будет долго там помирать. Потому что нечего отставать. О, у меня патроны кончились. Да. Go, ammo! Тебе повезло, у тебя сегодня lucky day. You fucking lucky man, да? You fucking lucky. Куда это было? Неважно. Очень симпатично. Давай, Эпсилон, умирай уже. Хотя, вон, видишь, вот. Как хорош, как нормальный NPC умер уже давно. А ты все не хочешь. Да.
Сдавайся. Пофайтесь. Кстати, он же мог сдаться, действительно. Чего он все ждет? Как там было в этом, в репауте? Принять неизбежно, да? Finally, a charge. Наконец. Че, поднимаю? Bring them back. Charger. Я их поднял прямо на ящике, прикольно. Давай идти дальше. Finally, a charger. Charger here. There's a charger. Ты где, интересно? Да дальше пошел, все. А, ты поверху пошел, понял. Тогда можно начинать крошилово. Up there is an exit to the transportation corridor. I hope. And a grenade here. Идите сюда. I don't like heights. I don't like aliens. But I guess I've grown to like guns. Charger here. Turret. Что-то там с другой стороны найду. Так, у меня две турельки, отлично. Мой перк сработал. Блин, а? Какой? Уровни такие. Не, не сюда. А, по этим, наверное, надо подняться. Этим канистром. This is so busted up. I don't even know where we are. Spawner! Spawner! Pick your balls! Get kill that little thing! Shoot, Spawner! Throw grenade! Ехипарасите. Что ты творишь, а? Это я? Я. Меня не видно. Ну ты скажешь, я хотел турельку поставить, упал в итоге вниз. Хотел поставить на выгодную позицию, а не получилось. This will help. Turrets! Очередные баги. Такое ощущение, что здесь NPC не справляются с нагрузкой, то есть, как сказать, когда их слишком много, они начинают заниматься дичью. Да. Мы сейчас NPC стояли, друг на друга смотрели и крутились вокруг себя. Потом, когда попадали лишние, они вдруг отдуплились сразу. Опять уровень похожий, это точно такое было, когда мы несли вот эту радиоактивную штуку, да? Да, да, да. То же самое, да. Только теперь немножко под наклоном и горящие. Реально просто одно и то же. Ну, ой, извиняюсь. Это уже третий раз на самом деле. Когда они один и тот же сет используется. Что-то у них как-то с левел дизайном очень плохо. Просто корабли по стандарту делают. Да, да, да. Это не левел дизайнер виноват, это человечество виновато. Да, нам сюда. О, какой. Charger! Come on! Come on! Get in here! Что-то ни одной заряженной пушечки не выпало за этот раз.
Yeah, too easy, too easy. Вот-вот, too easy, да. Gion, I'm not familiar with the protocol for shutting down the reactors either. I'm just saying... Look, you two, I have no dog in this pony, but come on! This entire ship is made to be, no offense, Nessa, to be run... Use your pulse! Workshop! I've spent so much time in workshops. Я понимаю. Use your pulse, это уже задрало. Да-да-да-да. Как будто ты не знаешь. Ты используешь сама, у тебя же тоже есть. Нахрен ты подсказываешь? Не, с автоаимом, конечно, интересно играть. Перк такой прям чистерский. Просто наводишь, он сам по головам стреляет. Ого, это что тут такая? Толпа вылезла просто, как будто. Смотри, смотри, они в воздухе повисли, видишь, они летают. Это, наверное, сфера замедления, я понял. Я думал, очередные баги. Healing. Should I hear a goop? А, здесь полный бежит, все понятно. Turret! Get the turret! Thanks. I'm healing. I'm grabbed. Help! I'm down. Down. Spawner. Ты теперь надежда человечества. Да? Да. Spawner. У меня тут всякие эти. Где кто лежит, я не могу понять. Короче, если ты... А, вон, я вижу вас. А, то вот этих поднимаем. Да. Беречем. Ну, почти. Ну, надо понятно. Надо чуть подождать. А что, нельзя поднять еще раз, да? Ладно, сейчас поднимем. Flasher! Activating the respawner. Флэшер, ты забрал, где он там светит? А вон там где-то сдали. Can we try not to shoot each Gooper, Gooper! Brute! There's a brute! Watch out for goo! Flasher! Появился и к тебе сразу брут, да? Прыгнул. Да. Хорошее начало. Все равно, чтобы проснуться и получить по лицу сразу, да? Бодрик не хуже кофе, да? Обидно, что... Да где этот флэшер сраный, ты заколебал светить? Че обидно? Обидно, что предметы исчезают. Да, согласен. Допустим, что этот трупик исчез, было бы прикольно, если бы все, что на нем осталось бы на том месте. Согласен. О, патроны, ура! Я уже собрался пистолетом стреляться. Тут лечилка. Силу забрал. Собака. You know, for having lived on a ship... Брут не знает, как выбраться. Застрял в стулах. А еще меня, знаешь, что здесь вот я заметил уже не один раз в этой игре. А когда зажимаешь с автомата там, или я не знаю. Вот левую кнопку зажал и стреляешь.
он автоматически перезаряжается, но стрельбу не продолжает, пока ты еще раз не нажмешь левую кнопку мышки. Довольно распространенно, наверное, это какая-то бага. Hang on, I'm making myself pretty. Да, космос, конечно, такой себе. I'm already very pretty. Healing! Да-да. Ух ты, у тебя миниган, гатлинган. Да, я тут нашел что-то. Да, гао. Или как она там. Scanner here. Икс, где возьми. Так, я возьму скорости. Гупа, гупа. Гупа, трупа. Love is gonna find you. Go! Turret. Так, там блевун. Hit your pulse. Да знаю я. Что ты мне еще напоминаешь? Миниган тоже, кстати, вообще такой странный очень. Отдача дикая, Гупа, да? Гупа. И им только в упор стрелять по толпе. Гупер не может запрыгнуться. Да, я говорю, со звуком тут тоже странно происходит. Ай, меня обграбили. Ай, блин. Иди туда, я далеко сейчас не буду до вас только. Массапа, честно говоря. Thanks. Come on, Cograbber's got me. А это что я сделал? Я совершил ошибку новичка. We can charge our weapons here. Это что, я умер, да? Ну чё, Псилон, давай. Bringing them back. Я тебя поднимай нахрен, я не буду ждать Нессу. Ну её в задницу. Brute! Хожу обратно в открытое помещение. Брут! Несса непонятная, она что-то телепортируется туда-сюда. Она только что там меня спасала от... А, это ты, наверное, спасал, отстреливал, точно. Но она рядом со мной там бегала, и вдруг она опять откисла в начале. Гупер, я знаю, что ты тупой. Блин, столько выпустил снарядов по Бруту, и Несса убила его одним выстрелом последним. Несправедливость! Я хотел себе забрать это убийство. Ой-е! Ау-е, бэйби! Guys, come on! Guys, come on! Weapon here. Help! Отойди от меня. Ага, я тут это упал. Health scanner. Ты тут упал. Ибо. If you stand still, I can help you. О, спасибо. А, это уж тут подобрал, понял. Понял, принял. Поработал. Так вот. Арго транспортер. Шел, вот ты упал вниз. Странно, ты две бочки зачем? О,
вот сейчас тоже. Они просто будут падать. Грабер! Я тоже улетел. Все. Я решил посмотреть, куда они падают. И улетел за ними. Гупер! Закончилось. Вот там толпа внизу нас ждет друзей. Тупые имбецилы. Go grenade. До того. Down here. We're getting close. Aid here. Uh-huh. Что-то новенькое появились, какие-то тоннели. Up the trash heap. Безумное разнообразие. Charger here. Угу. А так, да, пошел. Charger here. Да, Charger, конечно, круто. Было бы, что Charger. Scanner here. I'm down. Oh, я не понял. You're not dead yet. Это Несса, полумертвая. Charger. Походу вниз. Вниз. Окейшки. At least the mover is heading the right way. Ну да. Личный левел дизайн, абсолютно пустая комната. Weapon here. О. О. Scanner here. Я твой заберу тогда, ладно? Окей, ушки. Ничего нету. Я как бомж. Затем, Я тебя не ранил сильно? Есть чуть-чуть. Но не сильно. Everyone, a matter compiler. О, оружка. Саншот. Everyone, a matter compiler. У них здоровье. Граната. Matter compiler. Oh, the devil is full of stuff. Get goo, don't get goo. Hit it. Hit your pulse. No. Yeah, no, бляха, no, муха. No, I'm down. Ты меня поставил. Come on, up on your feet. Thank you so much. I'm not sure what happened. Я уже всех убил, тогда вот такой пау-пау. There's a hole in here that looks promising. Everyone, a matter compiler. Bringing them
Чувак, ты где? Вообще, он там пропал. И он респавнинг. Гупер! Come on! Бу. Charger, let's renew the weapons. Каждые несколько секунд заряжает один патрон из вашего резерва. Зачем мне это надо? Не надо. Просто патроны нужны, а не резервы, да, тратить. There's a matter, compiler. А с другой стороны, автозаряжение. Не так, чтобы один очень... патрон в секунду? Ты как себе это представляешь во время перестрелки? Это да. А в другое время оно и не нужно. Да, я тоже приятно. Ну и где, где наш дружище? Опять потерялись. Хотим догнать его, показать ему, где выход, пока я не спрыгну. Попробуй. Everyone in here. Он сейчас там будет бегать сутками. О, бежит, бежит. Matter compiler here. Come on. Hey, let's close that door. Weapon. Что ты делаешь? Имбеси. У нас тут уже утро раннее. Надо заканчивать. Okay. Машина отделения. Финал четвертого эпизода. Так, да, напоминаем, что кто хочет с нами поиграть. Корндог? Читайте комментарии в описании. Да, все честно, не видно защиты. Я всего лишь нужно подписаться на два канала, зайти в Discord и получите бесплатный ключик на эту игру. Можете с нами поиграть. Только розовый такое. Scanner here! Что-то как-то чувствуется, что... Чувствуется, что сейчас будет мясо. С одной стороны... Я, пожалуй, возьму инъектор здоровья. Да. Гранатки есть. Окей. Подписаться в Дискорде. В моем канале. Scanner here. Вы выполнили условия и получили. Rogue! Incendiary grenade! Scanner here! Hey, watch out, grenade! Так, а сканер здоровья ты забрали, надеюсь? Да, забрали. Было... First aid! Блин, как темно, я нахрен сейчас подниму яркость. Икс, это где? Lance. Charge your weapons here. Я не поднял яркость, я не нашел, как ее поднять. Flasher! Где этот флаг? How do we want to handle this patch? Давай. We need to shut down all shutdown sequence started. Ammo. Я так понимаю, тут надо вниз спрыгивать. No! Что-то я пока не хочу этого делать. Behind you. Don't get good. There's a brute. Это меня бьет сильно. Я понял, да. Thanks. Grab by your pulse. That one's mine. Let's get you up. Charger! Let's get charged up. Hey, watch out, grenade. Ow! Dude, you can activate the net. Got it. Okay.
Use your этот, как он там? Use your impulse. Use your force, Luke. Ну, сейчас я умру. Hang on, I'm making myself pretty. Watch out, behind you! Really, I'm already very pretty. Watch over me, please, I'm healing. Опять, опять. Музыка бодренькая такая. Thanks for that. Бляха-муха, я воткнул. Что ты делал? Оздоровлялку не в тебя. Я хотел воткнуть в тебя шприц, но не смог. Воткнул случайно в кого-то другого. О бой. The control room will open once the reactors are down. Эти самые откровения пошли, а? Хотел вот тебе шприц. То есть вот эти синие и розовые штука, которые там светилась до этого, да? Получается, они просто так светились. Что-то сделать. Взрывоопасный контейнер. А, взорван над контейнером, горит возможность его поднять, хотя он не взорван. Понятно. Я даже не понимаю. Да, это... Что-то не света, тоже не понимаю. Healing. Help boost. Я не могу, а как бы яркость поднять. Last one. There was a weapon here. Что? Гупер! Перевод, конечно, всратый. Ничего не скажешь. Липкость, макс, red balls. Hey, watch out behind you! Grabber! Еще крайне странно, когда выходишь из настроек, ничего не поменяв, он тебя все равно спрашивает. Сохранить настройки. Так, где? Я от вас отстал конкретно. Да не, вроде нормально. There's a charger. Нету регулировки яркости в настройках, так что яркость немножко поднять. Хрен с маслом. Хрен на Вообще никакой дополнительной информации не дают. Собирайте новые бонусы. Чего? Charger here. Я нажал Tab. И особой информации никакой не получил. А вот дверка открылась какая-то. Такие крики, как будто тут просто Doom, но как... Doom 3 какой-то начался. Weapon here.
Хикс, ты где? Weapons. Бегу за вами. А, вот мы все-таки вернулись к этим розовым штукам. Stand still. Let me scan you. Спасибо. Розовым штукам. Let's stand together and get verified or whatever. Grenade. Гион. Или нет? Какой-то полигон для паркура, по-другому не назовешь. Ой, блин, ну тут пипец бесит. Поэтому, друзья, если вы смотрите, подписывайтесь. Да, конечно, пройдем. Разнообразите, поиграете с нами. Повеселее хоть будет, да? Угу. Так, куда идти? Чуть ну, если вчетвером играть в полной команды, наверное, поубирать-то можно тут. Все-таки. Вау, weapons. Это моей. Отключите двигательную установку из лода, пройдя к реактору. Вот задание. Где у нас реактор? Вообще темень лютая. Что за хрень, а? Потому что искусственно пониженная яркость, по-другому не скажешь. Потому что темнеет все, даже фонарик темнеет. Что, да, в ту дырку надо. Что это здесь? Это жижа. И я не могу понять, неужели тут нету регулировки яркости? А, ну как такое может быть? Чтобы в игре не было регулировки яркости. Вот. Тут они же играют с яркостью. Много захотел. Здесь это просто анриловский автоконтраст вот этот включен, знаешь. 100% это он. Он работает как-то наоборот. Когда темнее, становится еще темнее. Реактор. Ну где у нас может быть реактор? Что-то там синенькое светится. Может, все-таки вот эта штука, где розовая, желтая и синяя была? Да, чё там? Чё-то не вкурено. Matter compiler! Root! Hey! Sorry, I think there's something wrong with... Hit it. Weapon here. Charger here. Ракетная установка. А нет, это бластер. Your pulse. We have weapons here. Ну, сюда, мне кажется, явно просятся какие-то элементы, нет? Офлайн, тем более написано. Офлайн, офлайн, офлайн.
Mm-hmm. Уж уже сел. Да. И где нам это можно раздобыть? Три элемента. Реактор 03, реактор 02, реактор 01. Включите двигательную установку Изольда, пройдя к реактору. Тут и так написано, что они офлайн. Так, вот кнопка есть. Но она отключенная уже. Эти искусственные нагонения. А, вот 01 реактор. Ой, ну-ка. Сейчас посмотрим. Вот реактор 01. Charger here. Но здесь ничего нет. Вот кнопка стоит, X на стоит. Weapons here. По логике что-то здесь. Flasher! Ну, try your pulse! Иди ты в задницу. Behind you. Шли к следующему реактору смотрим. Вот они еще два реактора. Ну как бы видишь, там в комнате реактор 01, реактор 02 и 03, и вот тут три реактора, да. Терминалами. Но они все и так отключены. Вы их уже отключали, да? Ну кликали же. Просто приходили, отключали вот этот хрен. Ну да. Что дальше? Ни хрена себе рейндж у этого бута. Не через всю карту меня сейчас зацапал. Пиздец. Так, сейчас я откисну. Это последний. Захилься, у тебя есть аптечка там. I'm going to bring them back. Вот кнопка загорелась у тебя сзади, вот где 120 countdown. Зелененьким 0 написано. Нельзя нажать? Flasher. Finally, charger. Не, другая, вот careful, на выходе flasher. Между ними. А, может там на этом сам сидеть? On, вот, он стал доступный. Нажимаю использовать. Все. Заработал. В какой момент оно стало доступно? Не говори. Чего это зависело? А сейчас? Первый. 98, 97. То есть теперь нам держаться надо. Может, нам всем надо было просто в эту комнату попасть? 70? Подожди, я вот сейчас у первого. Ладно, я пошел к тебе. Отстаньте вы от меня все, а? Ты накопали за старого человека. Ой. А ты там закрыт? Я закрыт? А, я закрыт? Круто. То есть я должен держаться как могу до последнего, да? Ну тут ну, тогда смысл всего нам тут получается закрыты вдвоем. Да. Ну так. Как там говорится? 45 осталось. Это не ты закрыт с ними. Да это.
Это они закрыты с тобой. Я так и не понял, ты что произошло вообще? Надо было тут подождаться, что ли, или что? Тут грабера нам здесь не хватало, а? Лети, shoot the alien, please. We are gonna do this. Use the pulse. Let's get you up. Это очень опасный, рискованный момент. Тут началась просто жара. Согласен. Что мать вашу, что это было, а? Не говори. Такое ощущение, что Апсилон с нами все-таки. Как-то так, блин, кардовый. Ну чё, легкий перерыв и последнее. Да. Смотри, у меня даун 25 в этот раз. Гораздо меньше, да. Один метр компайлер пропустили где-то, но не важно, не страшно. И салфеток ноль. Угу, да. За час закончили, блин. Ну, последние да. Вступили в самый последний момент. Да. Висючая жестянка. Ну что же. Окей, тогда легкий да. Перерыв. И... 2-3 минуты уважаем, да. Последнюю да. Карту. Угу. Давай еще одну комьюнити карту попробуем. Не должно быть. Ага, давай, конечно. Все, тогда. У меня отбивка. Перерыв. А у тебя перерыв.